Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печерское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Компания «Евростиль» – это европейское качество комплектующих и профессиональный монтаж по минимальным ценам. Натяжные потолки от европейских производителей от 500 рублей за квадратный метр. Пластиковые деревянные евроокна под ключ от 15 тысяч рублей. А также пластиковые алюминиевые балконы и лоджии. Для вас на любой вкус и цвет рулонные шторы, жалюзи. Вывоз мусора бесплатно. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь. Впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Гранд Кит». Проблемы покупки школьной формы теперь исключены, ведь магазин стильной детской одежды «Grand Kids» стал главным представителем сыктывкарской швейной фабрики «Биарма» в городе Печора. Для заказа школьной формы необходимо прийти в «Grand Kids», примерить форму, оформить заявку без предоплаты. У нас представлены все размеры. Магазин стильной детской одежды «Grand Kids», улица Гагарина, 37, торговый центр «Космос», второй этаж. И о погоде. По данным Печорской гидрометеообсерватории, завтра, 24 мая, в Печоре ожидается переменная облачность, ночью умеренный, днем временами небольшой дождь, местами со снегом, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет 1-3 градуса выше 0, а завтра днем 3-5 градусов тепла. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, улица Ленина, 16, телефон рекламной службы 3-56-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaferroplus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чежина. Всего вам самого доброго. До свидания.